вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре набор автомобильного инструмента от компании «Интертул». Код товара ET6082 на 82 предмета. Производство Тайвань. Немного о компании «Интертул». «Интертул» — это компания из Харькова, очень давно на рынке Украины. То есть практически все на Украине, наверное, пользовались инструментами «Интертул», кто занимается ремонтом или строительством. У нас сегодня набор, как называют их, черно-красного цвета. Это линейка производства Тайвань. Еще у Интертула есть набор зеленого. Это то производство идет в Китай. Сегодня у нас профессиональный тайваньский инструмент. Сверху на кейсе идет упаковка. Важная информация. 82 предмета. 2 рабочих квадрата, 1, 2, 1, 4 дюйма. Рожково-накидные ключи в комплекте от 8 до 22, CRV, хром-ванадиевая сталь, головки размером от 4 до 32 мм. С обратной стороны полная комплектация набора указывается. И сбоку, где изготавливается набор, Made in Taiwan. Начнем, как всегда, с трещоток. Трещотки в наборе на 72 зуба, мелкий шаг, 2 рабочих квадрата, 1 четвертая, 1 вторая дюйма. Особенность данной трещотки, здесь нанесено защитное покрытие. Как указывает, как информация на сайте Интертул, это полипропилен. То есть защитное покрытие на трещотках, внутри они, конечно же, идут металлические. Сверху идет защитное покрытие. Черные вставки, это резиновые вставки, то есть получается комбинированная трещотка. Трещотки прямые, разборные, вы можете разобрать, три винта выкрутить. Есть реверс, переключение вправо-влево, быстрый сброс и одевание головки. Длина трещотки под 1/2 дюйма составляет 260 мм. То есть она довольно-таки длинная. Стандартно это идет 250. И маленькая трещотка под 1/4 дюйма 145 мм длина. Также 72 зуба, мелкий шаг, реверс и защитное покрытие идет. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. В данном наборе вы можете применять ее или с битами, которые идут уже с переходником. То есть получаем отвертку. Далее биты я еще покажу. Или головки под 1/4 дюйма. Чтобы подлезть в какие-то там места, где не залезть трещоткой. Есть также у данной отверточной рукоятки представительный квадрат. Сюда вы можете подсоединить или вороток, что-то дожать или открутить, или трещотку. Получите отвертку с реверсом туда. Рукоятка здесь комбинированная, резина, пластик. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки, для того, чтобы свеча не выпадала. Два Т-образных воротка под 1/4 длина 11 см. Маленький вороток. И под 1/2 250 мм, 25 сантиметров, это большой вороток. У этого воротка универсальная конструкция, то есть если вы снимаете переходник, вы получаете удлинитель 250 мм. Еще один удлинитель под 1/2 на 125 мм, также в наборе есть два удлинителя. Данный переходник можно использовать для перехода с 3/8. То есть на 1/2, то есть адаптер 3/8, 1/2. И у кого есть дополнительно трещотка или вороток по 3/8 дюйма. Два кардана, 1/4 и 1/2. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Но они очень качественные, то есть не болтаются. Биты идут у нас под 1/4. Адаптеры уже с адаптерами идут вместе под 1/4 дюйма. Общее количество их 17 штук. Профиля бит шестигранные, торксы, крестовые и шлицевые. И биты под 1/2 дюйма, которые идут отдельно от переходника. Переходник идет в комплекте. Вставляете нужную биту. Работаете с большой трещоткой. Общее количество их 16 штук.
также шестигранные, шлицевые, крестовые и биты ТОПС. Все биты на пластике, это очень удобно, подписаны согласно своих размеров и ячеек, в которых они находятся. Головки. В наборе шестигранный профиль. Головки под 1/4 ряд и под 1/2. Головки под 1/4. Общее количество 13 штук. Самый маленький размер у нас 4 мм. Самый большой 14. И головки под 1/2 дюйма. Общее количество 12 штук. Самая маленькая 14. Самая большая 32 мм. Как видите, в наборе головки, 2 головки на 14. Под 1/4 и под 1/2. Вес головки 32 мм составляет 224 грамма. Здесь она такая увесистая. Надпись на головках Intertool. Логотип Chrome Vanadi 32 мм. Головки идут глянцевые. То есть это очень удобно, потому что если запачкали маслом, вытерли тряпкой, она у вас опять блестит как новая. Далее. В верхней крышке у нас удлинители под 1/4. Под 1/4 у нас 3 удлинителя. 50 мм 100 и 150 это гибкий для труднодоступных мест. И 125 под 1/2 я уже показывал. И набор комбинированных ключей. Общее количество данных ключей здесь 9 штук. По размерам 8, самый маленький, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Ключи в наборе матового цвета, только вот рожок идет глянцевый. Это сравниваю с остальным инструментом. То есть набор инструмент имеет глянцевое покрытие, за исключением ключей. Они идут матовые, кроме рожка глянцевого покрытия. Intertool надпись с обратной стороны. Ромба на девайс. Так, по комплектации все. Следов мы всегда рассказываем в конце обзора. Качество литья инструмента, ну и вообще как на вид он выглядит. То есть следов от литья, каких-то сколов, царапин, кривого литья мы не нашли. Инструмент все ровно, все красиво и видите. Все блестит. Очень красиво. Кейс состоит из двух частей. Он не цельнолитой, соединен он пластиковыми зависами. Внутри зависы имеют металлические штыри. Тоже плюс, потому что не будет быстро изнашиваться. Запирание на металлические защелки. На защелках здесь очень мощные такие крепления стоят. Тоже прослужит не один год, то есть всю жизнь. Рукоятка складная. В верхней крышке все держится отлично, ничего не выпадает. На верхней крышке логотип Intertool. Ширина кейса 46 см, длина 30, высота 8 см, вес набора 5,8 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. Получайте за подписку хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Кому понравилось видео, помогло оно вам с выбором инструмента, ставьте лайк. Спасибо.